Большой и важный этап избирательной кампании – регистрация кандидатов – завершен. О своем выдвижении заявили 7 человек. Два из них – Ишхан Закарян и Антон Кириченко – сняли свои кандидатуры. Таким образом, избирательная комиссия Сочи зарегистрировала 5 претендентов на кресло мэра. Это Алексей Бочкарев от ЛДПР, Игорь Васильев от КПРФ, Евгений Вербицкий от партии «За справедливость», Александр Зайченко от партии «Коммунисты России». «Единую Россию» на выборах будет представлять действующий мэр Сочи Анатолий Пахомов. Сегодня главу курорта пригласили на заседание комиссии городского избиркома, где ему вручили удостоверение кандидата на должность главы Сочи. Зарегистрирован кандидатом на должность главы города Сочи на второй срок. Это для меня теперь двойная ответственность, очень важный этап в дальнейшем. Если буду избран, уверен в том, что выполню все обязательства, и наши граждане будут довольны моей работой. Следующий этап избирательной кампании – предвыборная агитация. Кандидаты смогут проводить встречи с избирателями и распространять листовки. А с 16 августа начнется предвыборная агитация в средствах массовой информации, которая завершится за сутки до дня голосования, которое, напомню, пройдет в Сочи 14 сентября. А сегодня избирательная комиссия уже занимается информированием жителей города о месте и дате проведения выборов в форме плакатов и специальных листовок. Участковые избирательные комиссии информируют избирателей о том, где находится помещение участковой избирательной комиссии и номер телефона, для того чтобы избиратели могли связаться с избирательным участком и уточнить, есть ли они в списке избирателей или нет.